О! А, точно, это же Экси за Саб-Зиро. Мы его видели уже на стриме сегодня в Винерах. Так, погоди, чувак, сейчас, говорит, у меня важный телефонный разговор со своим агентом. Так. Стадия. Лузерс. Угу. Так, пока что отзонивается, ребята. Хорошо. Ну, пассивничает на самом деле Нероб. Но вот он врывается. Ах, коленочка не сконфермилась сейчас у Неро. Так бы удар по яйцам бы хорошо зашел. Угу. Дропает комбу на ровном месте, что странно. И оверхед проходит. О, боже мой. Еще и крашенблоу получает. Так. Но тем не менее, смотрите, не самая уверенная игра от Неро, но, блин, результат-то есть. Раунд выигрывает. На самом деле, тут АМ-Экси достаточно много лезет сам. Вифпаниш? Я не знаю, почему Экси не использует как вифпаниш топор вот этот вот. Ну, не этот топор, а вот который вперед продвигает хорошо вперед. На вифпаниш он только так заходит. О, хорошо, нечестный обмен. И подкатил Саб-Зиро, отлично. Оверхед, жмет в углу. Вот этот топор. Через него и прессит только так. Угу. Вифпаниш, Экси чуть-чуть не рассчитал. Но апперкот, тем не менее, зашел. Вверх 3, не убьет. Но, вверх 3, да. Фаталблоу, вот он фаталблоу заряжает. И просто так рискнул сейчас Экси, это все или ничего. Смотрите, он сделал слайд после джампинг панча. Это просто жесть, какой риск. Если бы Неро заблокировал, он бы выиграл этот раунд и этот бой. Угу. Так, хороший конферм через джамп ин кик. Стеночку перепрыгивает Джонни Кейдж. Но что-то ему влетает, многовато. Как ты лезет, Джонни? Что ж ты прыгаешь так много? Вверх 3. Выбирается. Хорошо, найс конферм. Несмотря на то, что один удар дифнул там, но все равно пиксель остался. И фаталблок горит у Неры. Одна комба может его спасти сейчас, но нет. И Эксис забирает первый бой. Так. 1-0. Угу. B1, B2. Ну, B1 это назад 1. B2 это назад 2. Так, pay respect. Но все-таки Джонни Кейдж, да? Экси там запутался, не увидел это, где Саб-Зиро его. Столько играл, что аж забыл, где Саб-Зиро-то находится. Такой, где Саб-Зиро? Так. Эх, Тари, ну что ж ты проиграл? Я хотел на стриме твой бой посмотреть, на твоего коллектора посмотреть на стриме хотел. Что ж ты так, эх, проиграл? Жаль, что ты проиграл, если честно. Хотелось на твоего коллектора глянуть. Так, бросочек, но тем не менее выпрыгивает из бросочка Экси. Как мы знаем, Джонни Кейдж это прессер прежде всего, однако его прессинг здесь в МК-11 не сравним с МК-X. И запорол паниш сейчас Неро, надо было чуть попроще делать паниш-то. Угу, хорошо. Пока что отзвони... Ух, там слайд подъехал слайдом. Паниш. Ну, ё-моё, Неро. Второй раз он уже дропает этот паниш. Так. Но тем не менее, в углу все равно забивает своего противника. Дайте Таре последний шанс. Last chance. Последнее дыхание. Last breath. Так. Какой-то спам от AMX пошел, но тем не менее. Ну, обратили внимание, Неро уже не первый раз, уже третий раз он дропает паниш.
То есть ему просто слайд в блок влетает, а он не наказывает абсолютно никак. Что-то как-то странно даже. Угу. Еще более странно то, что даже дропая комбы, он все равно выигрывает. Ой, хорошо. У него там ножка не отваливается. Он столько раз ножкой бьет, что до ужаса много. 1-1. Тем не менее, отыгрывает этот бой Нера. Угу. Так. Ну, у нас уже так достаточно... Crush and Blow у Джонни такие себе. Crush and Blow... А я даже не знаю, что у него за Crush and Blow. Я, честно не смотрел. Так. Ну, Акси, насколько я понимаю, не будет уже контрпикать. Только Sub-Zero, только хардкор. Слайд у Sub-Zero как минус 20 восстанавливается как 10 фреймов. Ну вот. Ну не знаю, не знаю. Да все равно это же ансейв достаточно серьезный. Ну то есть. С джебов-то паниш-то должен быть нормальным. Против Джонни надо только сидеть, победа гарантирована. Но, как мы знаем, у Джонни Кейджа отняли оверхед, поэтому он хоть и прессинг-чар, но он не миксап-чар. У него миксапов просто нет. С ножек начинает сейчас эпатажный шоумен. Шоумен. D1, D1, бросок. Ага. Тех из бета-версии. Но, как ни странно, все еще работает. Хотя, что странного, игре всего-то 4 дня, если честно. Так, хорошо, еще метр сжигает на проджектайл. Лоу пропускает слайд сейчас Нера. Так. 13 не так быстро, чтобы панишить. Ну, все равно, но все равно это ансейв. Угу, в трейд заходит. Ух, хорошо, подкатил, но вверх троечка от Неры. Фаталбло уже накопился. Оба респектят. Пиксель. Паниш. Блин, этот был твой шанс. Этот был твой шанс, Нера. Запанишить да убить. Просто хотя бы, ну, как бы можно было на крайняк фаталблоу на паниш кинуть и просто разорвать, но... Нет. Хорошо, найс, угловая камбулинка. И еще одна угловая камбулинка. Отлично, Нера, отлично. 30-ку снял раз, 34 снял два. И уже где мое ХП называется? Где мое ХП? АМЭКСИ такой, что? Flawless Victory, где мое ХП? Я только что выигрывал. Так, слайд снова промахнулся. ЛТР сбивает. Найс конферм с джампинг кика. Сейчас в воздухе от АМЭКСИ. И вверх 3. Так. Фух, как это сбивает на инстанте, смотрите. Даже интересно. Угу. Удар по яйцам. Плюс на, плюс на хите, точнее. Вифпаниш. Ой, это может быть очень хороший вифпаниш, но где же заморозка Экси, эх. Стреляет копья. О, прочитал. Прочитал Экси, что сейчас хайовый проджектал кинет Нера, и это 2-1. Напоминаю лузера, поэтому проигрывать бы им нежелательно. Так, 2-1. Johnny Cage, Sub-Zero. Lost Hive of the Chitin. Так. Ну что ж, 2-1. Нера пока что, на самом деле, если честно, оба играют несколько, ну не то чтобы линейно, просто Нера достаточно много панишит, дропает. Вот, и AMX, он этим пользуется. Причем пользуется регулярно.
Punish. А вот у AMX ничего не дропается. Смотрите, ему Shadow Kick в блок зашел, он все запанишил, все четко. Угу, стеночку ставит. Хорошо. Ножки, 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 ножки. Очень много ножек использует Nero. Вот смотрите, один и тот же тех. Один и тот же тех. Но как-то AMX не может это прочитать. И каждый раз просто чип дэмэдж получает в лицо. Угу. Так, Хорошо. Подкатил слайдом. Еще и метр сжег сейчас Абзира. И паниш. Что ж такое? Надо, конечно, Nero посидеть в тренинге, потаймить этот слайд блок. Ух, просто в лицо. О, еще и Crash and Blow получает. Но Projectile залетает от Nero. И забирает он раунд. 13 фрейм Projectile, отлично, лоу на полэкрана, плюсов куча и поки офигенные. Так. Паниш. Вот он паниш от Nero. О да, детка. Вот это хорошо было. Вот это хорошо. Еще в конце Shadow Kick бы зарядить и было бы на nice. Но это все равно было хорошо. Наконец-то. Все, теперь AMX. Я хотел сказать, что теперь AMX не будет так неосторожно делать слайд, но он все равно делает. Все равно делает. Так. А сейчас где паниш? Ну что ж. Ой, оверхед. Где миксап гейм? На самом деле у этого, у Саб-Зира, в отличие от Джонни Кейджа, есть миксап гейм. Так что он-то может кое-какой миксап предоставить. И забирает бой. Ну что ж, 2-2. Такие плотные бои. Плотные бои. Так. Так. Johnny Cage, Sub-Zero. Естественно, никаких контрпиков. Естественно, только Sub-Zero, только хардкор. Sub-Zero не знает Джонни. Это как? Это что, это по сюжету, что ли? You know what your problem with me is? You take nothing seriously. I'm cooler than you. Round one. Fight. Ну что, поехали. Ух, с Projectile начинает Nero. Ага. Хорошо, слайд зашел. Ой, Shadow Kick. Такие ансейвы, но тем не менее все равно. Ансейвами пихает только так. Паниш, а где ж паниш-то, AMX? Эх. Реагирует уже. Он, видите, байтит. Экси бейтит противника на этот проджектайл, чтобы подъехать слайдом. И вот еще очередной слайд. Только сел, встал и в итоге все равно пропустил слайд. Ну, все, понимает Nero, кажется, что надо на ближку идти. Надо ближней дистанции. На мид-скрине, на фулл-скрине вообще ловить против Саб-Зира нечего. Поэтому пора на ближнюю дистанцию. Так, чип. Ой, сколько чипа наносит эти ледышки. Просто жесть. Ребят, сколько чипа наносит? Просто ужас. Просто реал ужас. Так, Турунгайт вызвал 3-1. Так. Угу, есть Shadow Kick, залетает. И ох, на самом деле на паниш. Видите, залетело сейчас. Слайд залетел от Саб-Зира. Еще слайд, ё-моё, просто жесть. Рандом слайды только так заходят, только так. Как вообще это происходит-то, а? Угу. Это матчпоинт для Экси. Паниш. Нету паниша от Nero. Эх, где ж наказание-то? Чипа много, ледышки снимает. И на грани поражения Nero, на грани. Фаталблоу у него есть все же. Так, метр сжигает, чтобы выиграть дистанцию. И вот оно!
квинтэссенция всего, что мы видели в этом бою. Просто квинтэссенция. В очередной слайд залетает. Просто жесть, мидскрина. Ой, рандом слайд. Просто жесть. Ну, что тут скажешь. 3-2. 3-2. Так. В пользу Экси.